проконсультировал наши команды. И, собственно говоря, команда занимает места. Сейчас наш матч начнется. Матч за суперкубок. За летний суперкубок. Ну что, потихонечку. Все участники готовы? Судья готов? Поехали! Матч начался! И вот сразу же захватывает лидерство команда наших недомажоров. Но какая-то толчья в центре. Нужно кому-то отдать мяч. Вот еще один недомажор вырвался, но его блокируют. Сейчас, ах, почти потеряли мяч. Веслом подхватываем. Нет, мяч свободный. Кто же его сейчас перехватит? Перехватывает Рубилова в центре поля. Никто не хочет отдавать центр поля. У нас происходит Рубилова. Куда-то оттерли мяч. Теперь он мяч у наших. Ох ты ж, наши мухоморы схватили. Стоп. Говорят, нельзя мяч в лодке переносить. Только в руках. У нас свободный мяч. Зачем-то зажали недомажора мухомора в углу. Так, мяч отжали. Все, разыгрывают. Сейчас будут разыгрывать. Приготовились. Немножечко команды растянулись. Штрафной подается. Отлично. Одного недомажора уже потеряли. Толчья. Опа, у бровки. Все, стоп, давайте остановимся, друзья. Нужно срочно поднять нам пару человек. Хватайте мяч, забивайте гол, кричат все вокруг. Итак, недомажоры, захватили мяч. Оп, передали. Оп, передали. И гол! Дмитрий, покажите счет. 2-3-0. Ведут недомажоры. Итак, бои либо ураганы. Ураганы перехватывают мяч. Нет, бои, ураганы. Бои, ураганы, ураганы, бои. Вот уже бои в два, они оттесняют урагана. Лодка уходит. Исмаил врывается нам сейчас. Сейчас будет спасать. Только он сначала защитника не выруби. Вот. Между тем, у команды ураганы. Мяч в руках. Ну, надо что-то сделать. Если бы не спасатель, который тут всем помешал. Не суть, говорит Исмаил. Команда боя перехватила мяч. Вот он опять в центре. Друзья, ну что же, продолжается. Продолжается Рубилова. Вот уже трещат весла, по лицу бить нельзя, по голове тоже мы это помним. Вот ураганы пытаются что-то сделать. В центре поля, на краю происходит основное. Рубилова пока отдыхают. Стоп, говорит судья. Центр поля, как обычно, толкаются ребята. Центр поля. Мяч у боев, бои пошли в позиционно, но нет, мяч потерян. Ураганы пытаются подхватить мяч. Но тут бой большими силами, вся полузащита. Все, перехватили мяч. Пас на ничего не ожидающего центрального защитника. А что делать, надо грести. Мяч опять в позиции, в ничейной позиции. Тоже первый год боя ловко подходят к мячу, перехватывают. Ураганы не дают им так просто завладеть мячом. Суета, бой. Ураганы захватили мяч. Ураганы, пас! Получится, не получится? Получается пас, отлично. Отлично, один на один выходит нападающий на защитника. Пас на нападающего, потеряно весло. Ловкий перехват защитника, друзья мои, центральный защитник, красавчик, еще и, смотрите, пытается помочь. Где Исмаил? Исмаил, хватит бакланить, там в лицо нужно человеку подать. Да,
отдыхай, все нормально. Все, разобрались там, ребята. Вводим мяч в игру. Бои захватили мяч. Пас. Отлично! Вот это фишка! Он прокинул мяч вперед. Нахватывает мяч. Что делать? Он один. Что делать? Бросок через себя. Дальние удары нет. Дальние удары пока не получаются. Но мяч на половине поля. Ураганов. Ураганов уверенно оттирают нападающего. Нахватывают мяч. Классический пас. Четкий, практически четкий. Главное, не вышел. Да, что делать? Он спиной. А между тем, два урагана, два боя почему-то тупят где-то за полем. Вот они возвращаются в игру. Между тем, ураганы уже справились с мячом. Нет, не падать, не падать. Не падать. Вот бой оттеснил соперника. Перехватывается, что там происходит, не очень понятно. Мяч у ураганов. Отлично. Вот это вот суперпас на нападающего. Нападающий был по-подлому впереди. Бросок. Нет, нет. И еще и потерял. В воду упал. Исмаил, надо помочь. Надо помочь. Спасатель. Спасатель гребет, друзья мои. Спасатель сейчас придет. Пока мяч вне поля. Сейчас мы вернем мяч. Ловкими движениями Исмаил приходит на помощь. На нападающего пас. Ох ты ж, хорошо, это было хорошо. Он пробрасывает мяч вперед себя, но тут вырывается ураган. Да, оттесняет от мяча. Все, в защиту мяч ушел. Пас в центр поля. Но тут бой оттесняет. Все, нахватывает, перехват мяча. Все, отлично. Нападение остановлено. Что делать? Где твои ворота? Непонятно, что с этим делать. Друзья, это почти победа была бы, может быть, еще один гол. Но вот, снова. Где-то там Исмаил сейчас придет на помощь, а между тем нападение убоев. Разворачивайся, подавай. Вот твой человек. Но там весло. Отличный. Держись. Кричит, давай сюда, все правильно, на нападающего, вперед подавай ему, вперед подавай, да. Мяч немножечко не в руках. И вот, что? А там уже веслом. Не надо бить веслом. Тем более он пока спиной стоит. Неясно, что происходит, друзья мои. Суета в центре, на краю поля. Все отжимают ураганы. Ураганы отжали мяч или нет, неясно. Все. Один, всего лишь один мяч и вы... Ничья. У нас будет ничья тогда. Вот ураганы все вместе. Отлично. Пас наперед. Перехват. Не состоялся. Пас наперед. Они между собой перепасовываются на коротке. Нападающий уже под кольцом. Нападающий уже перед воротами. Но нет, туда не добросить. Тут у нас суета. Бои перехватили мяч. Вот, веслом перехватил ураган. Стоп. Все. Игра закончена, друзья. Это победа команды Бои!